Чтобы отпуск не был омрачен, налоговые органы рекомендуют вовремя проверять и оплачивать свои задолженности. В связи с этим в округе объявлена акция «Отпуск без долгов». В рамках акции будут размещены мобильные офисы инспекции в крупных торговых центрах, на крупных предприятиях. Налоговые инспектора помогут гражданам проверить информацию о задолженности перед бюджетом, получить платежные документы в случае ее наличия. Если задолженности все же имеются, налоговые органы осуществляют ряд действий по их взысканию. Отправляют требования физическим лицам, совместно с территориальными отделами проводят рейды по наложению ареста на имущество, взыскивают задолженности в судебном порядке, направляют работодателям и кредитным организациям судебные приказы. Задолженность по имущественным налогам физических лиц по состоянию на сегодня составляет 1 миллиард 561 миллион рублей. В том числе налог по имуществу 267 миллионов, транспортный налог 995 миллионов, земельный налог 320 миллионов. Организации, которые столкнулись с финансовыми сложностями, но желают восстановить бизнес, могут избежать банкротства путем заключения мирового соглашения. Оно может быть заключено на любой стадии дела о банкротстве. Основная задача мирового соглашения – это восстановление платежеспособности лица и удовлетворение всех требований кредиторов. Применение мирового соглашения особенно актуально в период спада экономической активности, то есть в ситуациях, когда у должника нет возможности погасить обязательные платежи. При этом компании остаются на рынке, сотрудники сохраняют свои рабочие места, а налогоплательщик погашает свои долги в добровольном порядке. Кроме того, оплата задолженности возможна равными частями в течение года. В собственности должника сохраняется имущество и, самое главное, деловая репутация. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».